Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Привет! Всем привет! 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 Наконец-то мы едем стричь Демира и Керема. Последние дни мне все пишут: вам надо подстричь детей, вам надо подстричь детей. Такое ощущение, как будто я не вижу, не знаю. Конечно, мы знаем, что их надо подстричь уже давно. Вообще тянули время поближе к школе подстричь их, чтобы... И сейчас как раз перед днем рождения Демира, ну и перед школой как раз их приведем в порядок. Едем в парикмахерскую, не в которую мы обычно всегда ездим, в которую всегда ездим, где Ур всегда стрижется и дети всегда стрижутся, в которую Ур уже 15 лет стрижется, это в центре Анталии, в Калеичино, возле Калеичино находится. Вот, там мальчик, который работал, он больше не работает там, поэтому, не знаю, ты где будешь стричься теперь вообще? Пас. Отращивать будешь, пока не найдешь своего парикмахера. Ну, в общем, в другую едем по совету нашего друга. Тоже, ну, нам посоветовал, здесь недалеко от нашего района находится. Как раз сейчас туда едем. Посмотрим, что им там настригут. Красоту. А потом едем еще к дяде. Да, мы едем или куда? К дяде домой поедем? К дяде домой поедем. Приехала сестра из Анкары. В общем, с ними еще поедем встречаться. Так, Керем у нас первый. Стрижется. Ой, зеваем еще. Очень длинные волосы. Смотрите, вообще. Сейчас будем все это стригать. Чарка, у тебя красиво, тебе не надо стричь, все только отросли. Так вот. Посмотрим, как тут Керема. Не крутись, дядя, не мешай стричь. Подстригли. Смотри. Иди, Керема, посмотрим. Настя, отходи. Подумала, Керем с кем стал? Дядей стал. Керем говорит, я какой-то лысый. Я говорю, ты просто белый очень. Подожди, сейчас мы посмотрим, как Керема подстригли. Ну что, нравится? Наконец, да ладно, быстро подстригнуться. Настя, смотри. Смотри, какой Керем стал. Настя, смотри. Да. Ты тоже хочешь? Ну, кафе с цифром. Какой красоточек стал. Да, 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 да. Да, да. Смотри сюда, Керем. О, спасибо, нас отгощают. Да вы не будете их есть, они с этим. Чё? Они с чем? Они с каштаном, вы не будете такие есть. Кафтаны, такие каштаны. Конфетку тебе дали. Да. Закрывается, закрывается. Это новая модель айфона. Настя покушала конфетки, уже все черное было. Вкусно было? Вкусно. Вот такие вот, да, дядя угостил? Вот такие конфетки. Положи на стол. Демир еще остался. А это кто такой? Не знаю, кто это. Папа. Папа. На улице по телефону говорит папа.
следующее. Угу. Ну что, еще один красавчик готов. Нравится? Спасибо. Привели в порядок. Дома помоешься тебе этот волосы с лица. Нормально будет. Сейчас уберут тебя. Что сказать надо? Все, подстригли ребят. Такая стрижка на двоих получилась 300 лир. 300 лир это примерно $10 на двоих, в рублях получается 1000 рублей. По мне очень дешево, Ур говорит, что дорого, что мы раньше стригли вот в центре, где он всегда стригся, 80 лир, да? Почти в два раза дешевле. Я говорю, ну, блин, 80 лир это вообще супер дешево на самом деле для, ну, стрижки, как бы, мне кажется, что нормально. Вообще, кстати, напишите в комментариях, у кого сколько стоит подстричь ребенка, вот так вот. Ну, я не знаю, мне кажется, здесь нету смысла делать акцент, это ребенок или взрослый, потому что в любом случае стрижки одинаково делаются. Голова у них, ну, может, чуть-чуть поменьше, чем у Ура, например. Поэтому взрослый ребенок, если бы совсем там маленький ребенок был, то да. А так как ребенки, дети большие уже, то, ну, как бы, мне кажется, разницы никакой нету. Вот, интересно просто, сколько сейчас стоит, например, там, в России подстричься или, ну, в других странах, вот. Мы сейчас выезжаем, едем к дяде домой. Будем встречаться с сестрой. Ну и с дядей, собственно, если он приехал уже с работы. Еще раз всем привет. Съездили в парикмахерскую, подстригли детей и поехали. Потом встретились с сестрой, а она, оказывается, приехала всего на 3 дня. Точнее, она хотела на подольше, она должна была побыть у дяди, потом у нас дома. Но ее срочно вызвали в Стамбул, она нашла там работу и уехала в Стамбул. И мы, то есть, буквально полчаса посидели у дяди и поехали сразу ее отвозить на автовокзал. Вот, поэтому ничего снять не успела, ничего показать не успела, спросить у сестры ничего не успела. В общем, мы быстро-быстро и уехали домой. Мальчиков привели в порядок. Сегодня уже день рождения Демира. Спасибо всем огромное за поздравления. Будем отмечать сегодня, будем отмечать с друзьями, с Демира друзьями, с нашими друзьями. И сейчас поеду уже скоро, ну, сейчас поработаю, потом поеду еще тортик заберу. И... А какой тортик будет? Какой тортик-сюрприз будет? Какой? И подарим Демиру подарок, конечно, который мы ему выбирали. Вы видели это видео. Телефон. Я только встала недавно, сейчас буду приводить себя в порядок и еду. Спасибо всем за внимание, увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.